Ну что, девочки, вы уже по тележке узнаете, где я. И давайте посмотрим, что здесь есть красивого на витрине. Какие-то мешочки, много клипс. Все еще какие-то тут Гуччи продолжаются. Да? Уже были 199, сейчас стали 97. Видите, их поуценяли. Помните, здесь была целая куча всяких... Ой, я не вижу, вам видно или нет? Всяких типа Dior, там, Chanel и так далее. Посмотрите, какой интересный браслет за $300. Я не знаю, не написано, чей он и что с ним. Но он очень красивых, красивых камней и стоит очень дорого. Так, здесь что-то уценилось. Вот брошка. Вот эта, которая была 25, стала, по-моему, 19 или 17. Они еще так пишут, что ничего не понятно. Тут всякое серебро сверху у них лежит. А давайте посмотрим. Вы знаете, я ничего такого особенного здесь не вижу. Вот симпатичная брошь, вот эта вот с белыми такими камушками. И клипсы. Вот, кстати, клипсы очень похожи на цепочку, которую я в прошлый раз... Не цепочку, а колье от Кора, которое я купила в прошлый раз. Может быть, я посмотрю на них. Смотрите, вот какой-то интересный кулон или что это такое в виде львенка. Вот эта брошь мы с вами смотрели, там не хватает камушков. Я даже не знаю... Я даже не знаю, мне пойти к стенду. Здесь какие-то мешки с чем-то по $88-78. Какие-то цепочки, типа серебряные. Так, здесь внизу. Ничего такого особенного. Ну, есть интересные вещи. Вот такие. Сейчас я попрошу. Так, пока ко мне никто не пришел, давайте еще здесь поснимаем. Вот что-то интересное за $13. Видите, вот здесь есть такие банки с целой кучей всякого, всяких кусков деталей, бус, браслеты, кольца. Что здесь еще? Смотрите, красивые запонки. Красивые запонки. Вон какой-то колье с блестящей серьгами. Так, здесь всякое, ну, в общем, так, ничего такого. Супер-купер, особенного нету. Вот какая-то брошь, которая стала, сейчас стоит $20. Наверное, серебряная. Окей, okay, so this one and this one. Okay. Yeah. Что-то ничего особенного, по-моему. Okay, so you want that? No, I don't want it. No, okay. So, can I see the earrings? Я не помню, какие у меня были. $8. Их нету. Так, мы с вами на стенде. Я надеюсь, что мы что-нибудь найдем интересное. Простите, пожалуйста, мои ногти. Прямо сегодня я иду их делать. Пожалуйста, не обращайте внимания. Сегодня прям я иду их ремонтировать. Так, ну давайте смотреть. 4,99. Клипсы, но я... Что здесь написано? Я не знаю, насколько они... Не знаю, честно. Так, я опять начала с середины, потому что я увидела здесь что-то, что меня остановило. Так, смотрите, вот такая брошка. Что вы скажете про нее за $4? Здесь есть маркировка. Джевис. Отличненько. Вроде вся целая. Вроде все с ней в порядке. Никаких потерь нету. И она отправляется в мою тележку.
То есть, кстати, вот эту брошь в прошлый раз мы с вами смотрели. Вот такая интересная брошь, большая, крученая. $5 маркировок никаких нету. Ну, пока повесим. Так, давайте я начну сначала, а то я, как всегда, с середины начала. Красивые серьги, правда, за $4. Прям красивые, но не знаю, я думаю, что они современные. Вот, смотрите, какие интересные. Прикольная, правда, за $5. Так, могу показать, толком они крутятся. Ну вот, посмотрите, какие классные. Красивые, красивые. Потом есть вот такие вот. Ой, нет, не те. Девочки, простите, что я вам показываю не так, как надо. Так, $4 клипсы. По-моему, в них нет маркировок, но они очень похожи по застежке. Помните, я купила клипсы Нефертити? Интересные. Они очень легкие, но интересные. Так, у меня уже глаза разбегаются сейчас. Надо бы начать сначала, а я зацепилась за серединку. Тут вот еще привлекли мое внимание клипсы. Серьги, наверное, клипсы. Смотрите, какие по $5. Если здесь маркировка какая-то. Вроде нет маркировки, но они явно не новые. Интересный дизайн, такой в стиле 80-х. Потом разберемся. Ой, здесь что-то упало, я наступаю. Надо повесить, нехорошо. Видите, я всегда у них порядок еще навожу. Кто-то что-то роняет, я подбираю. Так, вот такая брошь. Не маркирована. Я думаю, что она современная. Повесим. Так. Какой интересный кулон. Так. Де Орло. Неплохо. $4 опять. Все-таки Де Орло довольно ценная компания. Браслет. Очень красивый. Не маркирован. $5. Такой, знаете, из 80-х. Красивый. Здесь столько красивых серег сегодня. Вот, например, вот таких. Смотрите, как блестят, переливаются. Так, все, я ухожу в начало, потому что я, когда начинаю с середины снимать, я потом у меня нету понятия, что я делаю. Так, давайте смотреть клипсы. Не маркированные за $4. Нет, ничего особенного, по-моему, нет. Помните, в прошлый раз были всякие смешные стеклянные такие. Смешные такие всякие сережки, кулоны. Вот они все раскуплены. В прошлый раз я снимала. Приятные сережечки. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, не смотрите, это у меня, знаете, что я нарисовала крестик, потому что у меня сегодня маникюр. Чтобы я не забыла, что мне надо поехать на маникюр. Я себе поставила крестик на руке. Таким образом. Видно, что старенькие винтажные клипсы, но ничего особенного. Таким образом, глядя на свою руку, я всегда вспоминаю, что мне надо на маникюр. Да и вы сами видите, на что похожи мои ногти. Перламутровые серьги за $3. Смотрите, какая симпатичная брошечка за $2. Два сердечка. Маркировок вроде нету, но она явно старенькая. И
очень симпатичная милаха. Так, на полу что-то опять валяет. Я всегда все поднимаю. Я не могу, когда украшения лежат на полу. Мне становится так грустно. Так, какой-то кулон. Вот эти сережки мне что-то напоминают. Я не помню. Не знаю. Не могу вспомнить, что. По-моему, у меня есть просто похожие, поэтому они мне что-то напоминают. Маленькая брошечка Планка. Большая брошь такая. По-моему, уже ее видели. Так, что у нас тут? Я еще маленького роста, девочки, поэтому я такая коротышка, снимаю все на уровне своего носа. И это очень неинтересно, потому что камера, я пытаюсь поднимать ее наверх, чтобы вам было лучше видно, но не всегда у меня получается. Смотрите, какая брошь огромная, но она в ужасном состоянии. Это такая кельтская брошь. Но она, видите, вся здесь облезла. Поэтому мы ее повесим назад. Так, здесь вот что-то интересное. Какая-то брошь большая, но тоже ничего особенного. Симпатичные сережечки за 2 доллара. Ну, ничего особенного. Что это такое за мешок? Даже не с украшениями, а с какой-то фигней. Не знаю. Так, бусы современные. Ой, какая смешная сова, смотрите. Так. Что-то сегодня не особенно у нас улов. Ну ничего, ничего, тоже бывает. Бывает. Смотрите, какие прикольные за 2 доллара бусы. Замочек бочка, то есть они, видимо, старенькие. Сделаны из таких вот пластинок интересных за 2 доллара. И вот эти тоже. Тоже замок бочка. На них даже... А, нет, есть цена 3 доллара. Сделаны таких стеклянных бусин интересных. Очень симпатичных. Сегодня, наверное, вредная старушка работает, поэтому ничего интересного, особенно интересного, мы с вами не нашли пока. Смотрите, вот эти бусы, мне интересно на них посмотреть. Ага. По-моему, это Avon MRT. По-моему, это Avon-овское клеймо. Сейчас я их раскручу. Красивые, правда? За 4 доллара. Очень красивые камни. Я их посмотрю потом поближе, посмотрю на застежку. Ну, прикольная, правда? И здесь вот что-то жемчужинное. С сердцем. Жемчужные бусы. Так, смотрите, здесь целая серия брошей. Вот таких вот за 2 доллара. Ну, это какой-то, по судя по всему, какой-то самодел. А вот посмотрите, какие смешные сережки. Сделаны как будто сэндвич. Сэндвич с маршмеллоу. Даже один надкусанный. Какие смешные, прикольные. Очень смешные. Так, что это у нас здесь? Камушки? Нет, не камушки. Ох, какая красивая штука. Это стекло. Красивый кулон. Есть 6 долларов. Интересно, найти бы к нему серьги. У меня есть такой черный. С черными камнями, с черным камнем я ношу его с большим удовольствием. А этот зеленый. Попробую найти серьги к нему. Поискать. Так, вот здесь вот я что-то цеплялась за какие-то. Сейчас раскрутим. Здесь есть какая-то маркировка. Stella & Dolph. Это, вы знаете, довольно дорогая компания. Я в прошлый раз кулон купила здесь. За 3 доллара взять, что ли? Я очень люблю вот такие вот. Посмотрим. Так, здесь что-то с розами. Ласточки, розы. Я думаю, что это что-то современное.
нет никаких вроде бы маркировок. Интересные бусы. Вон тут красота какая неописанная. Серьги такие с цепями. Всякие браслеты были в прошлый раз, помните, их тоже купили. Сережечки под диаманты. Под диаманты. Вот это серьги похожи на Avon. Ну, наверное, нет. Смотрите, какие кораллы. Две нитки прикольные. По $3. Ой, здесь есть маркировка. Давайте посмотрим, кто это у нас. Japan. Неплохо. Видите, одна нитка и вторая. Вот здесь какая-то тоже маркировка. Интересные. Я, пожалуй, их возьму, потому что это кораллы. Судя по всему, настоящие. Одни японские, одни непонятно что. Но мы их не оставим здесь. Красиво какой крест. Цепочка явно не от него. Здесь что-то есть или нет, не пойму. Это индийское украшение. Я видела к нему и серьги здесь. Знаете, я хочу найти, попытаться найти, это тоже что-то индийское, хотелось бы мне, цепь какая, найти серьги вот под этот кулон зеленый, который я на ваших глазах нашла. Интересно, какой бренд. Так, смотрите, я нашла серьги под эти бусы. Это хорошо, это прикольно. Так, это удачно. Теперь у нас будет комплект японский. Это тоже, судя по всему, что-то индийское. Хотя, посмотрите, застежка такая. И сами бусы симпатичные. Но вот эта штуковина, которая на них висит, явно индийская. Я не очень покупаю. Из настоящих камней браслет. Вот какой-то браслет. Вот какие-то страшилки. Так, смотрите, какой интересный браслет. За $6. Почему его так дорого оценили? Он сделан из каких-то... Что-то, видите, такое мексикано. Мексикано-южное. Я... Красивый. Я положу его в тележку, поищу маркировку и вообще, что это такое. Так, ну потихонечку у нас собирается что-то. Так, это что-то поломанное. Ой, здесь так в куче все висит сегодня. Вот браслет большой. Не в очень хорошем состоянии. И он очень большого размера. Серьги какие-то интересные. Клипсы. Клипсы за $6 дорогие. Почему-то дорогие. Не знаю. Надо будет рассмотреть их. Посмотреть, что же это такое. Так, этому брошку в прошлый раз я ее не купила, хотя вам ее показывала. Так, что у нас тут? Это что-то новое. Всякие бусы. Эти мы видели. Какие интересные, вы знаете. Очень интересные. Здесь две цепочки. Одна белая. Одна серебряная. Ну, такая под серебряный тон. Здесь все золото. Маркировок нету и состояние не очень хорошее. Стоит $5. Не знаю, что-то это, судя по всему, что-то интересное, но состояние не очень. Так, кулончик Локет. У меня их очень много. Вот такие бусы. Вернее, вот это бусы. А это нет.
Вот какие-то интересные камушки и бусины. Не знаю, что это, не пойму. Вот смотрите, какая интересная. Какая интересная. Какое интересное украшение. Почем оно? $6. Если в нем какие-то маркировки, я не вижу. Но оно очень красиво сделано, такое тяжелое, интересное, правда? Красивого цвета кристалл. Ну, я не знаю. Что-то я не знаю. Тетеньки говорят громче меня. Надеюсь, что меня не перекрикивают такие шумные. Дамочки, смотрите, какие интересные клипсы за $2. О, маркировочка. Гонконг. Ну, это типичный Гонконг. Сделано очень интересно. Из таких пластмассок цветных, ярких, разноцветных. Но я, пожалуй, их не возьму. Смотрите, вот очень красивые серьги. Красивые серьги. Вот интересные какие-то черные серьги. Черного металла. Ой, я вижу сережки Дамаски. О, тут целый набор, посмотрите. Его почему-то повесили сюда за $8. Брошь, клипсы. И здесь написано Spain. Вот это хорошая находка. Посмотрите. Дамаскин, брошь, эклипсы, жемчужины. Очень симпатичные, всего за $8. Я думаю, что они лежали под стеклом и их сюда повесили, потому что их никто не купил. И через какое-то время они их выкладывают. Вот какие красивые серьги. Ну, с Дамаскином нам повезло. Причем, вот видите, как всегда, я почти уже перестала снимать. Я почти уже сказала, все, ребята, я выключаюсь, я ухожу. И тут я что-то нахожу. Вот это что-то такое интересное. Ну, это какой-то самодел. Ну, интересный. Так, здесь много каких-то сережек. А, вот такие мы видели золотые. И вот эти вот висюлины красивые. Красивые висюлины. Здесь тоже что-то. А, вот это вот что-то интересное. Что ж это такое? Не то кулон, не то что. Давайте вытащу, посмотрим. За $5. Боже мой, что это такое? Что-то старое-престарое. Я не знаю. Какая-то куча мала всего. Вот, мне не нравится. Сердечки. Так, все, теперь я уже точно выключусь. Пройдусь еще раз, покажу вам. Если что-то нашла интересное, смотрите, какой интересный браслет. За $2 еще вам сделаем. Пластик какой-то красивый. Смотрите, интересно выглядит в руке, правда? Я уже подпеваю, потому что здесь музыка играет, и я от скуки уже подпеваю. Так, все, девочки, я распыляюсь. Народу прибавилось. Не надо, наверное, выключаться, чтобы сфокусироваться, сосредоточиться, а то я плохо соображаю. Красивые сеть. Обычные. Вот такие какие-то старенькие. Оп, маркировочка. Сколько они стоят? $5. Кора. Кора, это хорошо. Ну, такие большие, здоровые камни. Ладно, разберемся, посмотрим. Кстати, здесь вот какие-то тоже красивые висят серьги. Ну, это современные, просто красивые, если вот вам нужно куда-то на торжество. Вот я вижу интересное. Зажим. Дресс-клип или зажим? Зажим для платка. Интересно, сколько? $3. Ну, я не знаю. Я их не очень покупаю, потому что я
не очень-то и ношу. Смотрите, за 4 доллара какая мне попалась на глаза брошь, которую я проехала и пропустила мимо. И это канадская сарочка, Сара Кавентри, сделанная для Канады, сделанная в Канаде. Очень хорошо. Я продолжаю свое путешествие, которое я прервала. И вот видите, я начала присматриваться более, так сказать, когда я выключила камеру, я начала присматриваться, и вот что-то стало находить. Я выключу снова, если что-то найду интересное, покажу вам. Вот висят такие клипсы, совершенно незаметные, за 5 долларов цепанула их. А это Вендом. Приятно. Так, мы в посуде. Ничего такого особенно нового я здесь не вижу. Вот смотрите, видите, чашечка и маленькое блюдце за 6 долларов. Где-то оно было в каком-то античном маркете, ручная роспись. Не маркировано. Какие-то непонятные надписи. Дешево его оценили. Вон там что-то красивое с листиками. Почти каждый раз, когда я прихожу, практически все, что я рассматриваю до этого, раскупается. То есть я очень часто вообще не нахожу то, чего я видела в прошлый раз. Что-то очень интересное. Английское. 1768 год. Ну, понятно, что это не производство 1768 года. Но посмотрите, какой красивый набор. Не знаю. Такой немножко такой какой-то. Ох, какая прелестная прелесть. Порцелан. Королевский порцелан. Королевский фарфор. Значит, здесь есть 15 долларов, 6 тарелок и 6 вот таких вот маленьких чашечек. Смотрите, видите? Целый большой набор. Они такие тоненькие. Но чашечки эти для горячего шоколада. Больше под яичник напоминает, чем чашку, да? Не знаю. Так, вот что-то красивенькое. Даже не пойму, что-то английское, но не пойму, что. Потом здесь есть набор за 10 долларов из 4 чашек и блюдец. По-моему, это Япония. А может и нет. Но это уже, наверное, что-то более современное, потому что толстое такое. Так. Эту чашку мы видели с вами в прошлый раз. Что тут еще? Что-то у нас спряталось от нас. Английская. Чашка и там вон блюдце. Вот малюсенькая крошечная чашечка. Это что-то современное, по-моему. Что-то я пропустила. А вот эти прям прелестные. Форма такая. Не знаю, девочки. Смешной чайник, современный. Очень прикольный, симпатичный за 6 долларов. Так, ой, здесь какая-то тарелка. Ох, целая поэма написана. Раз и вторая, посмотрите, какая красивая. Тоже какая-то. 10 баксов, тут целая тоже ручная роспись. В общем, до тарелок я как-то еще не дошла. Все как-то мне на чашки тянет. Хотя, может быть, напрасно. Пора переходить на тарелочки. Вот, посмотрите, какая прелесть. Читаем. Английская. А, это на серебряную свадьбу подарок. Видите, кто-то, видимо, хотел подарить. Кто-то подарил, видимо, кому-то из своих друзей или родственников.
на серебряную свадьбу, а потом это отнесли в секонд. Я такое не покупаю, потому что это, когда это чье-то как бы именное, то меня это как-то не... Не ахти, вот какой-то большой, целый большой сервиз. Потому что я видела вот вон там тарелки. Вот здесь соусник. Старый-старый-престарый. Ну и все, девочки. Ну вот эти вот супницы здесь. Их целых 3 штуки. Я вам их показывала в прошлый раз. С 2 ручками. Это для супа. Которые дорогие. По 12 долларов, по 13. По 13. Их, видите, 3 штуки здесь. Есть еще 2. Целый, можно сказать, набор. Красивые. Но мы их видели в прошлый раз. Ну и все, что ли? Вроде я ничего больше не бросается мне в глаза. Не попадается мне в глаза. Вот какой-то сервиз. Тоже. Финский. Называется Arabia. Made in Finland. Сделано в Финляндии. Представляете? Вот таких вот 6 чашек и 6 блюдец. Вот таких вот для кофе. Прикольно. Может быть, они чего-то стоят, но я не знаю. Финская как-то посуда. Наверное, хорошая, но не знаю. Ну, в общем, короче, девочки, вот это меня манит. Но... Не знаю я. Не знаю, я... очень много предметов для меня. У меня нет места дома. Я очень мало сейчас покупаю, стараюсь почти не покупать, потому что мне просто уже некуда. Китайское, мне уже просто некуда складывать, я серьезно говорю. Так, сегодня я забилась в кассеты, книжки и картины для разнообразия. И здесь музыка тише играет, чтобы мне потом не делать озвучку. Кстати, вот интересно, здесь бывают книги, вот эти журналы по винтажной бижутерии. Интересно было бы посмотреть. Так, ну что, я вам все показала, девочки. Я еще просматриваю. Вот это, конечно, удачная у нас покупка. Вот эти вот мне очень нравятся. Осколочки. Осколочки кораллов. Как это? Они как-то называются, вот эти кораллы. Они как-то называются, тем более, что здесь у нас комплект, брошь маркированная, еще одна брошь маркированная, кора, клипсы, ну такие прямо, ну кора. Вот этот браслет интересный, я еще просматриваю его. Вот эти клипсы я что-то не поняла, они такие тяжелые, явно винтажные, я что-то не рассмотрела их. Если здесь какие-то маркировки, по-моему, нету. Старенькие, не знаю, тяжелые какие-то. Не очень хорошо, наверное, будут носиться. Бусы вот эти прикольные. По-моему, это Avon. Они легкие, такие пластиковые. Красивые очень. Посмотрите, как блестят. Вот это вот The Orland кулон. Хорошая вещь. Красивая. Красивый кулон. Я не нашла к нему серьги. Но я повторюсь, у меня есть такой черный камень вместо зеленого. И я его с удовольствием ношу. Ну, посмотрим, не знаю. Вот этот браслет, не знаю, мне он понравился, но посмотрим. Вот эти клипсы последние я цапнула. В общем, много чего у меня тут еще какие-то. А, вот такие вот интересные. Ну, в общем, короче. Вот эти, не маркированные, но интересные, буду разглядывать. Все, девочки, я с вами попрощаюсь. Всех люблю, целую, надеюсь, что вам было интересно со мной сегодня. С вами была Дита, всем пока, бай-бай.